Мистер Хьюз, как можно заработать на самолете, который никогда не взлетит? Этот самолет взлетит. В противном случае я покину эту страну и никогда не вернусь. Честное слово. Миллионер. Миллиардер, чтоб вас всех, а не миллионер. И где, черт возьми, я крупным планом в кабине? Актрисы. Начали. Учти, если шофер крутит шашни с нашей актрисой, он будет уволен. Шофер, я Фрэнк. Здравствуйте. 2 недели в Лос-Анджелесе, уже работаете на Говарда Хьюза? В больших амбициях нет вреда, мэм. А какую церковь посещаете? Первая методистская во Фресно. Я вас прощаю. Она шутит. Мы баптисты. Ты в курсе, почему баптисты считают секс злом? Потому что он ведет к танцам. Когда приезжает невеста Фрэнка? Она считает, что интимная близость — это клятва пары перед Богом быть вместе до конца своих дней. Я согласна с Сарой. Ну, это немного как бы «я официально не женат». Фильм «Уоррена Битти». Мистер Хьюз, благодарю вас за возможность стать звездой. Ты ни разу в жизни не пила? Я не пью. Может, я просто не гожусь в актрисы? У кинозвезды должна быть большая грудь. В этом городе такие правила, так ведь? Ты исключение. На тебя правила не распространяются. Этой осенью. Ты считаешь меня психом, да? Да! Уведите этого человека! Тебе нужна женщина. Помнишь, ты говорил про правила? На тебя они тоже не распространяются. Я себя повела как дешевка. Нет, я не желаю быть фальшивкой, которая ты уводит чужого мужа. Ты ничего не сделала. Нужна помощь? Тебя хочет видеть мистер Хьюз? Ну, здрасте. Это Марла Мэбри. Она тут что забыла? Вы просили девушку на 2 «М»? Да, Мэрилин Монро. Тебе не говорили, что я псих? Вперед, вперед! Ну, раз психи такие, значит, я люблю психов. Уоррен Битти. Ты вселяешь в старика храбрость, Марла. Олден Эрнрайт. Тебе это подарили? Лили Коллинз. Она выиграла джекпот. Алек Болдуин, Хейли Беннет, Аннет Беннинг, Мэтью Бродерик и другие. Вы еще ничего не видели. Правила не распространяются. Скоро на экранах.